холле второго этажа абитуриенты встретились с деканами, преподавателями и студентами-старшекурсниками, которые рассказали о преимуществах обучения в Одинцовском филиале МГИМО. На день открытых дверей пришли и будущие лицеисты со студентами колледжа, а также те, кто хочет заранее узнать о магистерских программах МГИМО Одинцова. Мне нравится очень ваш колледж, у меня учится много друзей у вас. Также после 9 класса я планирую прийти к вам в колледж, а в дальнейшем продолжить обучение в институте. В перспективе я планирую поступать в МГИМО через 2 года и планирую все-таки склоняюсь больше к государственному муниципальному управлению. Перед началом общей встречи заместитель директора филиала Елена Козловская, кандидат экономических наук и известный специалист-практик в области HR, рассказала абитуриентам и их родителям о современных тенденциях на рынке труда, о новых подходах к образованию и о роли ведущих вузов в российской образовательной системе. Проректор МГИМО Артем Мальгин подробно остановился на особенностях поступления и обучения в Одинцовском кампусе, Корчаковском лицее и колледже МГИМО. Он также отметил роль Одинцовского филиала в развитии университета в целом. Факультеты финансовой экономики, лингвистики и межкультурной коммуникации были специально организованы для того, чтобы дать студентам те знания, которые проще аккумулировать на новой площадке. Особый интерес у слушателей вызвала российско-британская программа по финансовой экономике. Директор Одинцовского филиала Сергей Васильев в своем выступлении подробно рассказал об особенностях языковой подготовки, об уникальных образовательных треках, которые могут себе позволить студенты МГИМО Одинцова. Это те программы бакалаврские, которые связаны с цифровыми технологиями, которые используются в международном бизнесе, а также искусственный интеллект. То есть мы, как опытный полигон университета МГИМО, сейчас реализуем эти программы, и в первую очередь программу, которая впервые в МГИМО не требует в качестве вступительного экзамена ЕГЭ по иностранному языку. То есть это достаточно интересная инновация, и мы принимаем ребят, которые погружены в информационные технологии, в компьютер, которые погружены в высшую математику, вообще в математику, любят математику. И мы рассчитываем на то, что уж английскому языку уж мы их научим. На собрании также отметили, что в 2019 году в колледже будет осуществляться набор на специальность «Операционная деятельность в логистике». После завершения общей встречи абитуриенты и родители разошлись с руководителями факультетов и программ по аудиториям для более детального обсуждения вопросов.